Всем привет, меня зовут Алла Глыва, я туристический эксперт, и сегодня мы приехали смотреть отель White Beach. Гостиница 5 звезд на берегу. Пошли. Tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. And I'm missing you so. Людей много в отеле. Junior Suite, 70 квадратов, максимальное размещение 4 человека. Конечно, балкон. И стандарт. 40 квадратов. Family, кстати, это всегда коннект. Соответственно, 80. И возможное размещение до 8 человек. Так, здесь аквапарк. Детский достаточно большой. И пушки водные. Пару бассейна. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. Это детская площадка. Тут, конечно, много чего для детей. I'll never ставим центр. Теннисный корт. Отель White Beach принадлежит сети Альбатрос. Помним, что Альбатрос — это всегда качество, это всегда уровень и это всегда акцент на семейный отдых. На территории очень много горок, они, правда, практически все детские, соответственно, однозначно отель стоит рассматривать как семейный отдых. Территория небольшая, но при этом прогуляться есть где. Очень уютная, красивая. По номерам я уже рассказала, минимальные, да, категории номеров, стандарт размещения 2 взрослых плюс 2 ребенка. И это 40 квадратов, соответственно, достаточно не маленькие номера. Дальше. Есть несколько бассейнов, два из них подогреваемые в зимний период. Есть 4 ресторана, несмотря на то, что они работают не а-ля кар, тем не менее, есть и азиатский, и средиземноморский, и основной, естественно. Есть ранний завтрак в 5 утра, с 5 до 7, и дальше с 7 уже стандартный идет завтрак. Кстати, сейчас мы его идем снимать. You're an angel, that's for sure. Listen, devil, hear your voice, but I like it when you're on the floor. Детям здесь, конечно, рай в плане развлечений и в плане того, что однозначно найдут себе друзей, подружек дети. Деньги, как видим, с крышками. Я это называю стентом, что можно лицо спрятать всегда, очень удобно. Пляж — это самое грустное, что здесь есть, но несмотря на это очень удобно для детей. Здесь мелководье идет достаточно долго при входе в море. Рядом находится марина, откуда отправляются корабли на экскурсии. Но тем не менее загрузка 47% из возможных 50% о многом говорит, несмотря на то, что мы приехали сейчас в там 8, не знаю, 30 или 40, нету даже 9. Отель живой, уже люди и на горках, и на пляже, и на завтраке, и везде по территории очень много народа, поэтому
однозначно. Они здесь все не просто так. Опять-таки спрашивали у некоторых уже, как им отдыхается. Отзывы только положительные. Питание вкусное, персонал вежливый, территория уютная. И самое важное, это то, что есть чем заняться детям. Соответственно, для кого рекомендую данную гостиницу? Однозначно для семей, у которых стоит задача сделать отдых в первую очередь комфортным детям и интересным, и веселым. Уже отели понемногу, некоторые полным ходом, подготавливаются к Рождеству. Вот White Beach не исключение. Уже есть декорации. Это терраса главного ресторана. White Beach выглядит так. Фрукты. И вот такие сладости на утро. Ты не мучай или кофе? У нас стоят вот так вот кетчупы, соусы. По оранжевым стаканам у всех. Есть в отеле Fresh. Напротив отеля есть магазины. Общее впечатление Альбатрос White Beach, вот прям самое позитивное, положительное. Двузначного мнения нету, в том плане, что если нет у вас задачи сидеть постоянно в море или плавать в поисках кораллов, акцент на детей, территория, повторюсь, компактная, персонал приветливый, питание мне понравилось, хотя я успела даже посмотреть только завтрак, поэтому вот прям однозначно рекомендую Альбатрос White Beach, несмотря на то, что марина с катерами рядышком. Если вас это не смущает, тогда смело ставьте отель для себя, выбор для отдыха.